С ЧП начался Новый год в Дубае. Поздно вечером 31 декабря сильный пожар охватил несколько десятков этажей пятизвездочного отеля «Эдрес Даунтаун». Эта гостиница расположена неподалеку от самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа, где в новогоднюю ночь традиционно собирается несколько тысяч человек. Здесь открывается самый лучший вид на грандиозный праздничный салют. Причины возгорания 63-этажного отеля пока неизвестны. Судя по поступающим из Эмиратов видеокадрам, огнем объято несколько десятков этажей. По сообщениям очевидцев, на землю падают горящие обломки конструкции отеля. На место прибыли представители экстренных служб, полиция и врачи. Постояльцев и сотрудников гостиницы эвакуировали.